Аузу биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и хотим принести свои соболезнования в связи с гибелью дочери посланника Аллаха Фатимы Захры, саламуллахи алейха. Все с этими событиями, с этим трауром мы пригласили в нашу студию вновь уважаемого гостя Худжатул Ислам валь Муслимин шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый шейх Гурбан, на прошлой передаче мы обсуждали такую тему, что враг, который внутри, то есть неявный враг, намного на порядок опаснее, чем внешний враг. И мы знали, что с внешним врагом пророк одержал победу, и как бы не было их уже практически, или они были уже, не имели такой силы, как раньше, но оставались внутренние враги, которые скрывались и которые были на порядок опаснее. И вы хотели именно об этом поговорить, на чем у нас закончилась передача. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей в первую очередь и приношу еще раз свои соболезнования в связи с мученической смертью ее светлости, с годовщиной мученической смерти ее светлости Фатима Тузахра, саламуллаху алейха, дочери посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Мы говорили о роли. У нас, если мне не изменяет память, были передачи на эту же тему в прошлом году на этом же телеканале, да, посвященные этим же дням, годовщине этой же. Мы немножко с другой точки зрения попытались взглянуть на роль ее светлости Фатима Тузахра, саламулла алейха. Постарались как немножко поверхностно. Как я понимаю, вы хотите сначала роль других, других личностей преподнести, чтобы более выражена была роль госпожи Фатима Захра, саламулла алейха. Правильно? То есть сначала люди, чтобы узнали, кто такие были враги, что они хотели сделать, а потом уже можно и так сказать. Выделить. На самом деле... События, которые происходили, и масштабы этих событий мы хотим рассмотреть, и какую роль эти события сыграли в человеческой истории. Мы хотим с этой точки зрения взглянуть на это, а потом посмотреть, какую роль во всем этом сыграла, и какую роль в этих событиях сыграла ее светлость Фатима Захра, саламулла алейха. То есть мы смотрим сейчас на историю через призму ислама. То есть именно так, как нужно смотреть. Да, да, вот я как раз об этом хотел сказать, что мы немножко поверхностно разбирали в прошлом году, мы хотели в особенности с точки зрения большинства, с точки зрения источников большинства посмотреть на роль ее светлости Фатима Тузахра, саламулла, и попытаться ее проанализировать, хотя опять-таки мы ссылались на священные тексты, на слова его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям и так далее. Но мы хотим немножко глубже посмотреть на роль ее светлости, посмотреть, какую роль она играет для человечества. Хотя, как мы уже сказали ранее, это мы немножко ограничиваем себя вообще в обсуждении в силу тех или иных, ну, всем понятных причин, ограничиваем себя. А на самом деле в Священном Коране сказано, что Аллах нуру самавати валь ард. В Священном Коране сказано, что Бог является светом небес и земли. Масалу нурихи камишкат. Здесь мы привели, что пример света Бога – это мишкат, это лампа, подобно лампе. Пример света Бога – подобно лампе. И здесь мы лампу растолковали как и увидели в предании от ее светлости имама Садыга, алейхиссалату вассалам, в Усули Кафи, в достоверном по источнику предании. Если я не ошибаюсь, даже у этого предания, если мне не изменяет память, имеется не один, причем иснад достоверный. Имеется три разных иснада, восходящих к его светлости имам Садыгу, алейхиссалату вассалам, все из которых являются достоверными. То есть все достоверными, что мы хотим сказать? Все передатчики до единого в этих иснадах, в этих цепочках передатчиков, они являются имамитами и являются надежными. То есть это уже что-то большее, более такое достоверное. Более же здесь, более надежная уже цепочка передатчиков, согласно нашему учению, уже здесь представить невозможно. Да? Здесь уже
максимум, что здесь можно было получить. Хотя имеется еще две цепочки передатчиков, которые отчасти только сходятся с предыдущими, с этими тремя. То есть получается всего пять источников, три из которых отчасти совпадают в цепочке передатчиков. Но полностью самостоятельно мы здесь обнаруживаем три. Если мне не изменяет память, я могу немножко ошибаться, но, насколько я помню, именно так дело обстоит. Но в любом случае, это предание достоверно без вне всякого сомнения. И здесь сказано, что это внутреннее содержание, это внутренний смысл священного Корана, который недоступен нам. Когда в священном Коране говорится «Ваш-шамси ва-духаха», «клянусь солнцем и ее сиянием», когда так говорится, что мы понимаем? Мы понимаем, каждый человек, который изучает священный Коран, понимает то, что понимают все остальные. То, что приходит в голову, это внешний смысл, это то, что называется внешним смыслом. Но есть внутренний смысл, который ни в коем случае не противоречит внешнему смыслу, но недоступен через понимание арабского языка, через правила арабского языка. Через это недоступно это внутреннее содержание, внутренний смысл священного Корана. Внутренний смысл священного Корана становится доступным в силу духовного самосовершенствования, духовного пути в сторону Бога, приближение к Богу через это, через духовный путь, который полностью, внутренний смысл священного Корана полностью доступен, безошибочно, без каких-либо недостатков, доступен определенным людям, о которых в священном Коране сказано «утуль ильм», «ар-расихун филь ильм» в священном Коране, потому что например, в аяте сказано «Баль хуа аятун байинатун фи судури ладина утул ильм». Это аят священного Корана. Это сказано, Коран – это ясные знамения в сердцах тех, кому даровано знание. Утул ильм. Какое знание? Знание священного Корана, естественно. Коран – это ясные знамения в сердцах этих людей. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, когда его спросили, кто такие Утулель, имам Садык, алейхиссалату вассалам, задал ясный вопрос, который был в то же время ответом на это. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, сказал, что здесь имеется в виду люди, которые знают священный Коран. Утулель, то есть люди, которым дарован священный Коран. А если вы хотите, кто конкретно эти люди, просто подумайте сами. Кто из людей, живших ранее или живущих сейчас, имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, кто из этих людей утверждал на протяжении истории, утверждал, что знает Коран полностью? Кто утверждал об этом? То есть эти люди, которые утверждали об этом, и являются утулейлем, а все остальные не являются утулейлем. Люди пишут толкование священного Корана, пишут 20 томов, 30 томов, кто-то там еще больше и так далее, и тому подобное. Пишут многотомные толкования священного Корана, издают фетвы, что вот это аят означает это означает то. Но ни один ученый, ни один автор этих толкований никогда не утверждал о том, что знает священный Коран полностью, от начала до конца, все его смыслы, все уровни его смыслов, весь все внутреннее его содержание. Никто не утверждал. Об этом кто утверждал? Об этом утверждал его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, и непорочные последующие имамы. Значит, они являются утуль ильм, и Коран является их сердцем. Их сердце есть Коран. Баль хуа аятун байинатун фи судури ладина утуль ильм. Это аят священного Корана, это же не наши слова. Так вот, возвращаясь к нашему обсуждению, свет Всевышнего здесь уподоблен лампе, внутри которого есть светило, которое находится внутри стекла. Из которого исходит. И в котором свет над светом. Нурун аля нур. И здесь имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что мишкаат, то есть эта лампа, есть ее светлость Фатимату Захра, саламу алейха. И чтобы понять более ясно и подробно понять, что здесь подразумевается, что о чем здесь говорится, мы немножко ушли в историю, чтобы немножко пролить свет, потому что вопрос ясен,
становится более-менее ясным, становится, когда мы немножко прольем свет на эту историю. Историю его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и историю ислама. Потому что ислам – это свет Бога. Вашемси вадухаха, то есть клянусь солнцем и ее сиянием. Сияние – это учение, учение Бога. И в толковании от непорочных, когда говорится «Аллаху нуру самавати валь ард», говорится, что внутренний смысл означает, что Аллаху хадин лис самавати валь ард, что Аллах является путеводителем небес и земли. Аллах наставляет на верный путь небеса и землю, на верную цель небеса и землю. Аллах ставит ту самую верную, правильную цель, которая есть средство постижения совершенства каждого творения. И Аллах есть тот, кто направляет. Аллах нуру самавати валь ард, то есть это. Хотя, опять-таки, другие толкования этого аята, это толкование не исключает, потому что это является толкованием внутренним, и внутреннее толкование имеет множество уровней, каждый из которых всего лишь дополняет друг друга, никак не противоречит. Это всегда нужно иметь в виду, когда мы сталкиваемся с толкованием непорочных аятов Священного Корана. Можешь сказать, что у любых аятов Корана есть внутренний смысл? Все аяты, весь Священный Коран таков. Именно поэтому тибьянан или кулишей, потому что мы не спаслали тебе книгу разъяснения манзальна илейка аль-китаба тибьянан или кулишей. Мы не спаслали тебе книгу разъяснения всякой вещи. Именно через это внутренний смысл и разъясняет Священный Коран все. Именно поэтому знание имамов, знание непорочно, знание его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, есть знание обо всем. Почему? Потому что они владеют книгой. Они владеют разъяснением всякой вещи, книгой, которая является разъяснением всякой вещи. И эти внутренние смыслы разъясняют абсолютно всякую вещь. И это очень часто происходило, что когда люди, простые люди, сталкивались с имамами непорочными и в тех или иных вопросах задавали вопрос или, например, что-то хотели узнать, или, возможно, даже припирались в тех или иных вопросах, имам алейхиссалам говорил: «Разве ты не читаешь Коран?» Они удивляются: «А где в этом Коране? Где в Коране этот вопрос разъяснен?» Они удивлялись. А когда имам приводил аят, они еще больше удивлялись тому, как же это было ясно из Священного Корана, но при этом они этого не замечали. Да, каждый аят Священного Корана имеет эти уровни, но, к сожалению, мы ограничены в своем понимании аятов Священного Корана, и это причиной этого являются наши недостатки, духовные недостатки, духовное несовершенство. Спасибо, уважаемый Шейх Курбан. Мы прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. Мы вынуждены прерваться на небольшую паузу, после которой продолжим обсуждать данную тему. Уважаемые телезрители, мы прервались на небольшую паузу, до которой обсуждали тему, связанную с ролью госпожи Фатимы Захры, саламу алейха, в истории. Уважаемый шейх Курбан, вы говорили о том именно до паузы, что Коран весь состоит из
внутреннего смысла и внешнего смысла. И как раз-таки мы обсуждали до этого еще аят, который связан с госпожой Фатимой Захрой, саламу алейха, где приведен пример света Аллаха. Да, то есть свет Аллаха в Священном Коране сказан подобен лампе. И так далее. Дальше аят священного суры Нур. И лампа здесь разъяснена, как ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейха. Мы хотим попытаться понять этот аят немножко более ясно и четко. Мы на прошлой нашей встрече, на прошлой передаче обратились к истории, чтобы получить помощь в понимании этого аята. И мы говорили о том, что враги его светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, делились на две группы. Это, во-первых, внешние враги, которых можно также назвать явными, откровенными, очевидными врагами, и враги скрытые, внутренние враги, враги, которые находятся в лагере его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь на самом деле дела обстоят не так просто, как казалось бы, например, простому обывателю, человеку, который вот только-только ознакомился с историей, что вот эти лицемеры так или иначе случайно там оказались, что все происходило случайно, те или иные шаги случайно, но нет, все было запланировано, все было происходило по определенному плану, и многие свидетельства, в том числе из священного Корана, из преданий, об этом свидетельствуют. Внутренний враг занимал все последние годы, последние несколько лет, последние два года, как минимум, жизни его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это поход на Табук, где происходили очень многие важные события для понимания этого явления. И об этом сказано в священном Коране. Но кульминацией всех этих событий произошло при возвращении из похода на Табук. Битвы Табук как таковой не состоялась. На самом деле мусульмане одержали победу без сражения, византийская армия отступила, и, естественно, мусульманская армия, многочисленная мусульманская армия возвращалась обратно в Медину. И по пути в Медину они вынуждены были проходить через перевал, очень опасный перевал, который нельзя было переходить всей армией. Представьте себе, вся армия, огромная армия переходит перевал. Те люди, которые когда-то в своей жизни переходили перевал, знают, что это очень опасно. Крайне опасное мероприятие. Именно поэтому его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал разбить армию на группы. И сам в окружении всего лишь двух своих сподвижников, одним из которых как раз был его светлость Амар ибн Ясир, переходил, то есть с этими двумя сподвижниками, со своими двумя сподвижниками, его светлость стал переходить этот перевал. Но во время перехода было покушение на его светлость. Попытались скинуть его с этого обрыва, с этой высоты, с этой вершины, скинуть верблюда, и вместе с ним его светлость, пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но им это не удалось, они не добили своей цели, и более того, даже в какой-то мере потерпели неудачу, связанную с тем, что они стали для кого-то уже явными врагами. Да, для Амара ибн Ясира и второго сподвижника его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они стали ясными. Этих двух людей, кстати, этих двух сподвижников называли знатоками лицемеров, потому что они знали, кто они такие, кто эти люди, явные враги, которые совершенно очевидно хотели. И здесь мы наблюдаем очень интересно, что однажды, когда один из выдающихся, да, с точки зрения истории, обычной истории людей, который был в окружении его светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, позже сыграл очень важную роль в истории ислама, то есть это, я говорю конкретно, об Умаре ибн Аль-Хаттабе, втором халифе, к так называемом втором праведном халифе. Он однажды увидел, что Аммар не отправился на погребальную молитву одного из подвижников, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И он спросил,
Почему? Почему? Ты не участвуешь, да? Да, почему ты не участвовал? Хотя для кого-то не ясно, это очень является важным, одним из важнейших и желательных действий в исламе. Да, тем более сподвижник пророка, верующий и так далее. Да. Аммар сказал, что дал понять. Он, насколько, если мне не изменяет память, насколько я помню, он не дал открыто понять, но не открыто не сказал, но дал понять, что это один из тех людей, который покушался на его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно поэтому он не посетил. Здесь, то есть, Умар ибн аль-Хаттаб спрашивает Аммара. Этот вопрос должен занять на самом деле умы современных мусульман. Этот вопрос, который задал Умар ибн аль-Хаттаб, он очень интересный вопрос, очень важный вопрос и довольно-таки интересный вопрос. Этот вопрос передается в книгах следующим образом, что Умар ибн аль-Хаттаб пришел к Амар ибн Ясиру и сказал, что «А я тоже из лицемеров?» То есть он спросил его, «Я тоже из лицемеров? Я тоже из числа лицемеров?» Ну, в толкователи этого предания, те люди, которые передают эти предания и рассказывают это предание, они толкуют это совершенно иначе, чем было на самом деле. То есть как они толкуют? Они толкуют так, что Амар и Хузейфа ибн аль-Харис, то есть это второй сподвижник, который сопровождал его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что эти двое сподвижников были знатоками лицемеров, то есть они знали лицемеров. У них было такое свойство, такая особенность, что они лицемеров знали. И Умар ибн аль-Хаттаб был настолько простой, настолько скромный человек, что решил, усомнился в своей вере. Усомнился в своей вере и решил спросить у знатоков, у Амара ибн Ясира. И Амар ибн Ясир сказал нет. А его ответ был нет, что ты не из них. Его ответ был, что нет, ты не из них. Но это было на самом деле не так. Это ложный пересказ этого предания, ложный пересказ обстоятельств вообще. Преподнесли еще не так. Преподнесли совершенно иначе. Было не так. Было так, что Хузейфа и Амар увидели этих лицемеров в лицо. Они узнали этих лицемеров, и состоялся диалог между этими сподвижниками и пророком, где пророк спрашивал, а вы узнали их? Они сказали да. Они сказали да, узнали мы их. И пророк запретил им кому-либо о них рассказывать. Так вот, в чем заключается интерес к этому вопросу Умара ибн аль-Хаттаба? Это важнейшая личность, историческая личность, которая сыграла большую роль и имела огромный авторитет, огромное влияние во время первого халифа, был практически советником, даже был халифом во времена первого халифа, потому что первый халиф очень во многих вещах слушался его. И далее он был многие годы халифом, сам был халифом и так далее. И будучи халифом, совершил шаги, которые изменили всю человеческую историю, и в частности историю ислама на многие годы, историю мусульман на многие годы решила просто, на многие века даже, я бы сказал, решила мусульманскую историю. Но это довольно-таки требует подробного исследования. Но в чем заключается интерес в вопросе Умара ибн аль-Хаттаба? Ну, это современные люди, которые читают это предание, знакомятся с этим преданием, они не знают обстоятельств этого предания, как это вообще произошло. Но Умар ибн аль-Хаттаб-то знал, каким образом Амар ибн Ясир стал знатоком лицемеров, каким образом Хузейфа стал знатоком лицемеров. Они-то знали, и сейчас-то можно людей обманывать, что ну, у них было такое духовное качество, такая духовная степень, что они понимали, кто лицемер, а кто нет. Но Умар ибн аль-Хаттаб-то знал, что они были свидетелями покушения на жизнь посланника Аллаха. Это, получается, только знали лицемеры? Пророк и два сподвижника, больше никто об этом не знал. Нет, остальные-то тоже знали, просто они не знали имена этих людей. А покушение все знали. Да. Так скажите мне, какой смысл имеет, что Умар ибн аль-Хаттаб приходит к Амару и говорит, а я тоже лицемер? То есть видел ли ты меня? То есть вот так выходит, вы имеете в виду? Я не знаю, пускай рассудят люди сами, пускай телезрители сами рассудят. То есть, если вопрос заключается в том, был ли я там или не был я там, да? А разве сам человек может усомниться в этом, был он, покушался он на жизнь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, или нет? То разве может человек, например, усомниться, был ли я вчера, например, на такой-то улице? Будет ли он других об этом спрашивать? С какой стати он других об этом спрашивает? Там даже, можно сказать, не положение, потому что так можно, допустим, забыть, где он был, а там именно действие. Здесь покушение на жизнь посланника Аллаха. Как он может об этом спрашивать, был я или не был там? Вопрос был
на мой взгляд, то, что я вижу в этой истории, единственное объяснение, которое я могу найти в этом случае, единственное, обращаю внимание, единственное объяснение, единственное толкование, и исключая абсолютно любые толкования, это то, что когда Умар ибн Хаттаб узнал, что Аммар начал рассказывать, почему он, когда он это спросил, когда Аммар начал рассказывать, когда умер сподвижник, и Аммар не пошел на погремальную молитву, он спросил, почему не пошел, он сказал, потому что он был среди из них. То есть он увидел, что он рассказывать начал, и решил проверить, а будет ли он дальше рассказывать, решится ли он рассказывать все остальное. Это было важно. И это было в тот момент, когда Умар ибн Хаттаб был на вершине власти, когда он был полон могущества, влияния в обществе, и мог решить судьбу Аммара. И здесь, в этом контексте, мы понимаем сам вопрос и понимаем ответ на него. Все прекрасно понимаем. Почему был задан вопрос? Задан был вопрос, потому что Аммар начал говорить, что-то сказал, и он задался вопросом, а будет он дальше рассказывать это? И решил спросить, а был ли я там? Я тоже из лицемеров, он спросил, как передается предание. Угу. Он сказал, нет, ты не был из предания. Этим Аммар дал понять, что дальше рассказывать он ничего не будет. Он не будет ничего больше рассказывать. И это крайне, просто невероятно важный момент в человеческой истории, в истории мусульман, в частности, в особенности в истории ислама. Это крайне важный момент. Почему? Потому что этот человек обрел в последующем невероятное могущество, невероятный авторитет, невероятную роль в исламском обществе. Да. И в связи с этим мы должны дальше рассматривать то, что произошло. Я не знаю, осталось у нас время. Я думаю, времени осталось немного, может, буквально минут 5 еще, если хотите, можете там дополнить именно эту тему, которую мы сейчас... Да, и затратили. дальше, если мы обратимся... Ну, то есть это было событие Табука, да. Связанное с Табуком, поход на Табук. И дальше мы обнаруживаем ряд событий, в частности, которые произошли во время болезни его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это очень важные детали этого периода истории. Во время болезни его светлости, посланника Аллаха, ну, были другие события, аяты об этом имеются. Например, в суре запрещения говорится, в начале суры запрещения затрагиваются очень важные вопросы, связанные с этим, тоже интересные. Во время болезни его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, его светлость соорудил войско. Подготовил войско для похода. И это довольно-таки необычное дело, необычное действие. Почему? Потому что когда главнокомандующий, когда полководец, когда лидер находится в опасности, не то чтобы в опасности, обратите внимание, это я говорю в опасности, но в данном случае никакой опасности не было. Как таковой, каких-то предположений не было. Почему? Потому что его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, до этого объяснял своим сподвижникам, говорил, что за мной пришел посланник моего Господа и дал мне понять, что мне пора покинуть этот мир. И его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прекрасно знал, что уходит из этого мира. Прекрасно знал. И это из преданий ясно и свидетельствует предание об этом. Потому что во многих преданиях говорится, что он пришел за мной, мой посланник моего Господа пришел за мной, пришел ко мне и сказал мне об этом, о моей смерти. Сообщил мне о моей смерти. Значит, он знал об этой смерти. Так вот, полководец, лидер, главнокомандующий находится в предсмертном состоянии. Он умирает, он уходит из этой жизни. У него огромное государство, огромное войско, огромные территории, огромные ресурсы, огромный государственный аппарат и так далее и тому подобное. Здесь, в этот момент, он сооружает войско на битву, которая, как сама по себе, никакой, как мы уже увидели в последующем, никакой необходимости себя не представляла. Не было никакой необходимости, не было никакой спешки. Вы про какую битву именно говорите сейчас? Эта битва не состоялась. Угу. Этот поход не состоялся. Но его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подготовил войско для этого битвы.
для этой битвы и настаивал на том, чтобы люди отправились на эту битву. А люди, несмотря на все утверждения, на всю необходимость, на все, и при этом мы видим, что вся элита находилась в этом войске. И здесь какие-то странные какие-то поручения, какие-то указы раздает его святость посланник Аллаха. Назначает руководителем этого войска 18-летнего юношу. И здесь мы наблюдаем просто удивительные события. Это войско, в котором находится вся элита, вся старейшина мусульманской общины, вся, и на отправление в поход, которого настаивает посланник Аллаха, он, несмотря на свои болезни, на свое тяжелое состояние, выходит на мимбар, произносит речь, говорит, отправляйтесь. Они говорят, нет, у нас 18-летний, мы под руководством 18-летнего юноши никуда не отправимся, среди нас старейшины, такие как Абу Бакр и так далее, как бы авторитетные, уважаемые аксакалы, так скажем, а тут вы назначаете нам 18-летнего юношу. Они под этим предлогом сначала не уходят, его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, произносят речь, где настаивают на том, чтобы именно под его руководством они отправились. Для чего все это? В чем смысл всего этого? В чем здесь может? Только для того, чтобы отдалить этих людей от Медины, от центра исламского мира, исламского государства, дабы его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ушел из жизни, и некоторые из людей, которые находятся в этом войске, не натворили то, что они хотели натворить, то, что они хотели сделать. Но у них это и получилось? Отчасти, да. Очень многое у них получилось. Но сейчас речь не об этом. Мы говорим, рассуждаем о самом этом, о самой этой попытке отправить это войско. Это очень важно для понимания последующего. Много времени требуется, лучше на следующей передаче оставить, потому что на этой передаче у нас время. Да, здесь очень много деталей, очень много важных причин, событий, которые произошли в этот момент, и которые помогут нам для понимания очень многих вопросов в последующем, в частности, вопросов, касаемых обсуждаемой нами темы, роли ее светлости Фатима Тузахра, саламу алейха, в истории человечества, в истории ислама, в истории мусульман. Спасибо, уважаемый шейх Курбан. Иншаллах, на следующей передаче мы продолжим обсуждать данную тему. На этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, а именно о причинах того, почему пророк так поступает и просит людей отправиться далеко от своего города перед смертным состоянием, мы поговорим на следующей передаче. А на этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.